Деревню, в которой время остановилось, откроют для туристов. Албанская деревня Нивица спряталась высоко в горах. Об этом поселке знают даже не все албанцы, но теперь его хотят открыть для туристов. Как и 4000 лет назад, местные жители держат коз и овец, ходят в горы за дикими травами и возят груз на ослах. Сейчас деревню расчищают от мусора и строят отель для туристов, ну а сельчан готовят к переменам. Здесь проходили римские войска, проходили норманны и турки-османы. Эти места видели Первую и Вторую мировые войны. Здесь много чего происходило. Плюс к этому великолепная природа и аутентичный образ жизни. Я счастлива, что деревня оживает. Раньше все уезжали. Теперь люди возвращаются и ремонтируют дома. Жизнь снова кипит. Впрочем, в Нивицу не планируют привлекать слишком много туристов. Не хотят разрушать уклад местной жизни и опасаются навредить окружающей среде.